здесь что-то цепляет, и ты не можешь уже остановиться. Ну, то есть, если ты начал заниматься танцами, начал чем-то заниматься, то ты хочешь чего-то достигнуть. Тяжеловато, да. Поначалу было очень даже сложно, я бы так сказал. Никому не дается, все просто так. Нужно просто к этому долго стремиться, и только сейчас я это поняла, потому что до этого я думала, что у меня ничего не получится. Ну, никому никогда не бывает просто, что бы ты ни делал. Я вообще не представляю, как я сейчас бы жила без танца, без этих всех съемок, клипов. Это очень интересно. Пахать нужно. Ну, заниматься, работать. Тебя требуют большего, и это всегда хорошо. Влюбилась в это дело, и теперь реально без танца вообще не могу никак. Тут я прихожу, и то есть надо мной работает. В студию я хожу уже 6-й год. 3 года. Для меня это вообще, то есть, самое лучшее, наверное, что произошло в моей жизни. Ну, когда я только вот пришла на балетные тренировки, я вообще ничего не могла сделать. Даже когда еще там не было тренировок, я все равно приходил в зал, там включал музыку, сам пытался что-то сделать там. Не стесняться, самое главное не стесняться. Ну, а потом, когда я вырасту, я, наверное, хочу тоже открыть свою студию. Наши постановки ставит Андрей Сидорко. Внутри прикольные тренеры, и пообщаться с ним можно. Мне нравится он как педагог. С ним очень интересно, весело. Иногда бывают веселые тренировки. Иногда он, конечно, злится, когда мы себя как-то ведем не очень. Мне нравится работать с ним. Мы сейчас готовимся к туру с Андреем. И нас 5 человек. Блин, все ребята такие разные, интересные, по-своему. Все друг другу помогают. Аня сейчас Музафара в Таиланде, там у всех отпуск, и пока что мы готовимся без них. Мне прикольно с ними общаться, и они такие же, как и мы. Когда переезжаем, например, из города в город, всегда там о чем-то разговариваем с девчонками, какие-то приколы придумываем свои. Я даже не замечаю, как время пролетает так быстро. Мы ходили только мне, то к Ане, то к Ангелине, к Юле. На ночевках там смеешься, пошли покушали, пошли что-то приготовили, накрасили, сняли какие-то видео, там посмеялись, еще что-то поговорили про парней, ну там. И вот мы выходим на сцену, нам все хлопают. Находиться на концертах, эти люди, это зал эмоций, ну что-то такое нереальное, когда тебя все любят, когда ты всем нравишься, когда ты делаешь то, что нравится тебе, и при этом это нравится всем. Это очень круто. Но с другой стороны, это очень сильно сложно, потому что нету, например, даже личной жизни. Ну, потому что ты очень мало видишься с родными, ты очень мало общаешься с друзьями. Нужно просто, короче, дарить людям позитив, и чтобы люди дарили его тебе, а нас тебе. Быть на месте девочек, если была такая возможность у меня. Они реально профессионалы своего дела.